Привет всем, с вами я, Владишевский, и сейчас покажу вам, как идет игра Need for Speed Most Wanted на смартфоне Meizu M1 Note. Так, ну что мы видим? Сразу же мы видим хорошую оптимизацию графики, достаточно неплохую на данном этапе, хотя... А нет, на машине тоже отражение есть. Асфальт, как мы видим, с отражениями. Ну. Реакция смартфона на повороты отличная. Отклик дисплея на нажатие тоже хороший. Сейчас смартфон выставлен в производительном режиме, то есть процессоры работают на максимум. В общем, скажу, что все выглядит очень пристойно. Так, и подбираясь к финишу, скажу, что я затестил еще некоторые игры на этом аппарате. Плюс ко всему, можете посмотреть обзор данного девайса. И мой вердикт, что игра Need for Speed Most Wanted на Meizu M1 Note идет просто отлично. Спасибо вам за то, что смотрели. Надеюсь, это короткое видео было интересным и полезным для вас. Не забывайте ставить лайк, подписываться, и еще увидимся в новых видео. Всем пока!